Свод принципов Елбасы – 7 столпов государственности, ориентир для молодежи. К такому мнению сегодня пришли в столице. В преддверии дня первого президента активисты со всего Казахстана собрались за круглым столом в Нур-Султане. Это лидеры молодежных движений, лауреаты премии, мастера спорта и начинающие предприниматели. Они говорили о современном образовании, важности конкурентоспособности и возможностях для молодежи. Своим опытом с ними поделились успешные бизнесмены. По словам организаторов, подобные встречи пройдут и в других регионах страны. Мы сейчас планируем также проводить в других регионах, начать с города Алматы и уже по областям. Также планируем вовлечь сельскую молодежь. Почему? Потому что иногда мероприятия все проходят, как нам всем известно, в городах, и сельская молодежь остается вне молодежной политики, которая проводится на республиканском уровне. Поэтому для нас основная цель, потому что среди сельской молодежи очень много талантов, и мы должны, как республиканская молодежная организация, выявлять их и дать им все возможности, чтобы они могли реализовать свой потенциал.